Поздравления принимает Вентис Генрих Иванович, дорогого и любимого Генриха Ивановича, с юбилеем 50-летия. Поздравляет мама, сестра Мария, швагер Валерий. 50 – это дата не старости, это опыт и мудрость, что дали года. Пусть не чувствует сердце усталости, и пусть будет душа молода. Мы желаем счастья и добра, здоровья крепкого, успехов, чтоб бодрым был всегда, и годы не были помехой. Любви и ласки от детей, добра и славы от людей. Не зная горести и бед, прожить как минимум 100 лет. Мы как два крыла, маленькой девчонкой, помню я тебя. И хоть с тех пор прошло немало лет, у меня тебя роднее нет. И не важно солнце или дождь, в моем сердце ты всегда живешь. И мне не надо никаких наград, я хочу, чтоб счастлив был мой брат. И сегодня день рождения у тебя, а вокруг родные, гости и друзья. И что дни и годы бегут, ты не жалей, ты с каждым годом лучше и мудрей. Я тебе желаю счастья и добра, я тебе желаю света. Исполняю все твои мечты. А я всегда мечтал, чтоб быть как ты большой. Мне тогда казалось, быть взрослой хорошо. Но я не жалею, не стыжусь, я тобой любуюсь и горжусь. И не важно солнце или дождь, в моем сердце ты всегда живешь. И пусть не будет никаких преград, я хочу, чтоб счастлив был мой брат. И сегодня день рождения у тебя, а вокруг родные, гости и друзья. И что дни и годы бегут, ты не жалей, ты с каждым годом лучше и мудрей. Я тебе желаю счастья и добра, я тебе желаю света и тепла. И пусть расцветают апрельские цветы, исполняю все твои мечты. Каждым годом лучше и мудрей. Я тебе желаю счастья и добра, я тебе желаю света и тепла. И пусть расцветают апрельские цветы, исполняя все твои мечты.